Ребята, всем привет! И сегодня мы будем снимать очень интересный влог, как мы подготовились к школе. Всем привет! У нас тут целая команда такая большая. И мы сегодня собрали, точнее, я каждого попросила взять те вещи, с которыми они будут чаще всего ходить в школу, и вообще, как они подготовились к школе. Потому что уже вот-вот 1 сентября. Кстати, кто же хочет в школу? Ну, если хочешь? Честно, я не сильно хочу в школу. Немножко. Да вообще-то я очень сильно хочу, особенно... Вот просто куча много знаний, и так сильно хочется. Вот я в школу не хочу. Ты как всегда. Я же на рыбалочку, на природу. Ой, Влад, это даже рыбу. Я хочу с одеждой очень сильно, а так в школу нет. Ты даже рыбу ловить нормально я? Не можешь. Конечно, могу. Да? Да. Да? Я вот такого карася словил, девчонки, вот такого карася. Ой, конечно, конечно. Что? Ребят, а вы уже купили всю эту канцелярию нужную? Если обязательно напишите, если вы что-то купили, обязательно напишите списочек, что вы хотите, да, купить. Нам очень интересно читать ваши комментарии. Мы реально читаем каждый ваш комментарий. Да, ну что? Да, и лайк не забудьте. Ну что, давайте поехали. Давайте с меня начнем. Я купила себе очень много косметики и также заколочек. Да, безделушки. Вот такая вот заколочка, очень красивая. Мне она безумно нравится. Вот как она смотрится на волосах. Да, тебе она идет. Она очень красиво украшает волосы, прическа становится интересней. Да, кстати, я себе и сережек накупила. Да, Настя даже меня перегнала. Дальше вот такая вот заколочка. Она открывается по-другому. Да, вот заколочка зайчик. Она тоже, можно ее так зацепить. Можно, кстати, она такая милая. Можно сзади взять как две прятки и украсить. И очень красиво смотрится. Кстати, да, ребята, если вы заметили, Настя очень любит плести себе всякие разные прически. Обычная заколка, Настя, что там такого? Влад, ты ничего не понимаешь. В общем, дальше я купила себе вот такую вот резиночку. Она мне безумно понравилась. Здесь очень красивые украшения такие. Как они там называются? Жемчужинки. Ну да. Ну, прям в общем. Как настоящие. Да, кстати. Как пластмасса, Настя. Влад. Кстати, если вы заметили, у Настеньки все вот так вот в этих камушках таких красивых. Да, кстати, они мне безумно нравятся. Это, кстати, очень модно этим сезоном. Это просто тренд будет. Она сейчас модель, она следит за модой. Вот, она, кстати, очень красиво тоже украшает волосы. Также я купила вот такие вот звездочки, заколочка тоже вот такая. Господи, сколько этих заколок, ты че? Это только начало, Дарина. Вот, начало. Она очень красиво Серьезно? Украшает волосы. Мне она безумно понравилась. Я ее как-то одевала. Но я хочу все оставить в школу, пока что ничего не одевать. Ну, я сейчас примерю для вас. Да. Ну, Настя, такое, зеркальце. Настя, такое себе. Так. Ну, в общем. В общем, кстати, ребята, напишите, какие вам больше заколочки нравятся, обычные или вот такие вот всякие жемчужные? Мне лично нравятся с жемчужными. Да, согласна, они очень красивые и модные, мне они безумно понравились. Дальше я купила себе вот такие вот тени, они безумно красивые. Здесь есть коричневые тени, они очень модные. Есть светло-коричневая, есть темная, и выходит... А кем ты чаще всего пользуешься? Я пользуюсь розовыми тенями, а на обычные дни я крашусь светлыми и темными тенями, и выходит как бы обычный такой макияж. Прикольно, а сегодня у тебя другие розовые тени? Да, у меня розовенькие тени, мне они безумно нравятся. Очень красивые. Шингалы у тебя. Ты че? Также я купила себе вот такую вот помаду, я ее себе безумно хотела. Очень сильно, она очень крутая. О, давай, и, кстати, я сейчас ее накрасилась, наверное, не сильно видно. Но я тебе она... могу зеркало дать. Я с собой хочу в школу тоже носить зеркало, потому что девочка же все-таки будет следить с собой. Я тоже ношу с собой зеркало, но зеркало. Сейчас у меня его нету. Так. Я пока буду показывать, что у меня есть. Настя пока что накрасится, и потом сейчас, вам покажу. Вот Настя... такая вот помада, она мне безумно нравится. Я так еще понимаю, она водостойкая, да? Да, кстати. Прикольно. Да, Настя, канцелярия, конечно, у тебя так такового нет. Косметика и заколочки. Кстати, да, канцелярия. А зачем это? Главное, что я буду самой красивой. Ну, я тоже как бы от тебя не отстаю, Настюш. Так, Настя так устроена. Вот, но я еще, ну, просто неудобно краситься. Ну, вот такая вот помадка. Она матовая, идет очень красиво. Да. Смотрится на губку. Мне она безумно нравится. Я ее так хотела купить, наконец-то купила. Да, а что ты с собой взяла? Ну, я взяла с собой в школу зеркальце вот такое вот красивенькое. Ну, это такое, мне кажется, каждая девочка должна с собой зеркальце иметь. Ну и потом, конечно же, косметичка. Ого. Куда же без косметички? Да. У меня в этой косметичке еще одна косметичка. Очень разумно, Дарина. Я сначала покажу эту. Здесь у меня есть резиночки всякие. Здесь резинки-пружинки, обычные резиночки. Самые обычные, чтобы я заплетала. Есть бусики. О, бусики красивенькие. Пластмассовые бусики. Тоже жемчужины. Всегда на любой... Где ты их купила?
У меня купила. А эти не расскажу. Ничего, я скоро их найду. Посмотрим. Еще есть вот такие вот поменьше бусики. Их можно типа вдвоем одевать. Одни будут покороче, а другие подлиннее. О, мне безумно нравится. Ну такой себе, Дарин. Еще здесь есть очень красивая палетка теней, которые блестят. О, да. А давайте я вам покажу, вау, например. Мне это нравится. Так, это тихо, нравится. Не тыкай пальцем. Не тыкай пальцами. Почему? Влад, нельзя. Потому что нельзя. Я вам сейчас покажу. Вот. А так, сейчас намажу. А, ну да, ты прав, ботан. Вот. О, видите, какая у них хорошая пигментация. Очень красивая. О, да. У Дыря, можно такой? Да блин, ну Влад, ну не надо так пальцами. Золотой. Влад, убери пальцы. Ты золотой. Я это синий на глаза наношу, а ты этими грязными пальцами. У меня пальцы не грязные, у меня чистые пальцы. Конечно, где-то я этими руками лазил уже. Я считаю, что мне тени все равно лучше. Я так понимаю, что девочки, когда собираются в школу, они, наверное, теперь уже, как мы стали постарше, не канцелярию покупаем, а много-много косметики, чтобы быть красотками. Да, без себе. Сейчас у меня вот такие вот сердечко, штампик сердечко. Он уже плохой, я буду новый покупать такой. Угу. И это подводка. Да, это подводка. И с другой стороны? С звездочкой. Подводка. У меня тоже звездочка. У Леры такой же, только у Леры. Да, у нас... У меня звездочка. У Леры звездочка. И у нас и звездочка. Да, а у меня сердечко. У нас у всех одинаковые вот такие вот подводочки. Вот. И еще одна косметичка, моя самая основная, которая я чаще всего и крашусь. Здесь у нас есть самое основное для меня. Офигеть, ребята, вы только посмотрите. Жесть. Офигеть. Посмотрите. Капец. Все, Дарина, походу ты больше не будешь краситься этими маленькой палеточкой. Вон, Дарин, убери ее. Ну, бывает, бывает. Вот, смотрите теперь на мою косметичку, блин. Красивая, да? Жесть. Теперь придется это все отмывать, вмывать. Это моя любимая тушь, мои кисточки любимые, дорогие. Видишь, Дарин, ну так вот. Блин, обидно-то как. Ну ладно, ничего страшного. Потом все, приду домой, помою. Но здесь еще помадка есть, как у Насти, только она более розоватая. Ну, такая, розовее. Более розовая, да. Это блеск для губ обычный. Угу. Тут еще одна подводка, карандаш. И еще вот такая вот маленькая палетка теней. Угу. Блин, капец, как обидно. Обидно. Ну что ж, Влад, а теперь показывай, что есть у тебя. А что у меня? Давай, у меня все самое пацанское. Пацанское, вот, что да. Ты будешь? Пистолетик, вот, смотрите. Вот. Смотрите еще, девчонки. Дарина, пел! Влад, ты чего, нельзя так делать? Ну ладно, ладно. Влад, Настя, пел, пел! Ты нормальный? Ну ладно, Влад, ладно. Влад, у тебя еще до сих пор детство в задницу играет. Почему? Капина. Это мужской пистолет, девчонки. Какой мужской? Ты мужской. На мальчика маленького похож. Да. Это, смотри, вот, прикольный, да? Ну такое, обычный пистолет. Ты что, вот, нормальный пистолет? Ладно, это какая-то детская хорошо. Игрушка. У меня такой игрушкой брат играет, честное ага, слово. Ага. Маленький ребенок. Вот бандивничок, тетрадка. И пенал. Все, что мне нужно для школы. Влад, а еще колоночки, чтобы музыку в школе слушать. Вот я обожаю столько музыки. Кстати, ребята, знаете, чего очень боятся мальчики? Чего? Смотрите. Сейчас я подниму. Очень так сильно мальчики боятся женских духов. А, Дарина! Я серьезно, мам, они очень сильно боятся женских духов. Прям мне в руку плюнул. Прям в рот. О, прикольно пахнет. Ага, Влад, это словник. А, словник? Ну, ничего, это тоже можно записывать. Нормально. Влад, ты даже не пришла, это словник, а ты сказала, что это дневник. Ничего. Вот, да. Тоже подходит для дневника. Ну, такое, если честно. Ну, что там у тебя еще? Ну, вроде бы все, пистолет, колоночки. А, это все, что тебе нужно. Да. Грубо говоря, дневник, как ты сказал. И тетрадочка моя. Тетрадка и пенал, и колонки. Да, все. Понятно, очень скучно. А ты что купил, бот? Ну, я мало чего купила, тетрадка и карандаши. И все? Просто я куплю вообще-то деньги на тумбочку. Там где-то такая коллекция жучков, особенно на две. Правда, недорогие, но все так сильно хочу. Да, мадам. Вот ты когда высушиваешь какого-то жучка или паучка, да, вот так ложишь, там как раз специальная такая формочка. И так раз снизу еще написано название. Не, ну правда, такой крутой. Ботан, такие, как такие, всегда. Прям, видно ботан. Шкафчик, вот ботан. Стеклышко такое прям прозрачное. Ботан, 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 все, все. Все, очень нудно и интересно.
Что нужно мне? Куча одежды и больше ничего. Косметичку с собой не могу перетащить, потому что она слишком большая, не поместится в мой рюкзак. Ну, это ясно. Я вам сейчас такое расскажу. Я такое красное платье видела, там куча блесточек на низу, вот такие рюшечки есть. Так ты еще в школу даже носить не будешь. Вот именно, это не школьная. Буду носить. Я хотя бы что-то взяла. Ну ладно, вы поняли. Хорошо, нет, стоп. Я там купила такую булочку, еще себе такая, знаете, с пуговичками дальше идет. Потом можно ее вот так вот завязать. Потом у меня такая юбка классная есть, ну, она синяя такая. Поняли. Да ничего ты не понял. Стоп, нет. Там еще по бокам такие есть, знаете, как змеечки, которые... В общем, Аня, мы поняли. Это не так классно. Да, нет, стойте. Да, мы поняли. А еще... Нет, стоп. Что вы поняли? Блин, это так классно. А еще я захотела в магазин и видела такое классное платье. Там еще, знаете, такое синенькое есть. Там поясочку у него есть. Ну, хорошо, поняли. Ты не поняла. Помолчи, я говорю. Сейчас у тебя было время говорить, теперь ты молчи. Так. В общем, мы поняли. А еще я заходила в магазин косметики, там куча всего есть. Я куплю все и буду самой модной из девочек в классе. Ну, мы поняли. Конечно, конечно. Ну что, ребята, кстати, я уже купила себе вот такой вот маленький рюкзачок, правда, сюда... А еще забыла сказать, я купила еще себе новые туфельки. Они такие классные, они такие модные, там еще каблучок такой. Да мы поняли, все, отставим. Кстати, ребята, я уже купила вот такой вот маленький рюкзачок. А еще я себе купила новый рюкзачок. Аня, да, блин. Поняли, что ты себе купила, у меня такой маленький. Так, и что? Понятно, а что... у меня побольше. Да, все, да хватит, мне уже залопало. В общем, у меня тут, в принципе, ничего такого особенного. У меня тоже есть такие духи маленькие. У меня еще брелок там есть. У меня тоже есть вот такие вот маленькие духи, потом тут кошелек. А у меня есть две пары духов. Аня, блин. Аня, постоянно лист кадр. В общем... Ой. Что это было? Я не буду сейчас показывать рюкзачок. А я с собой такое не ношу. В общем, кстати, Настя, я тоже буду с тобой мадня моя. Ну да. Я тоже буду с тобой мадня моя. Ты ломаешь мои заколки. В общем, ребята, смотрите. Будем вдвоем ходить красивыми. Ну не вдвоем, а втроем. Так, потом я... Шестером! Кстати, у меня тоже такая вот палетка. Шестеро! Покажи, Аня, покажи цвета. Да. Вот. Кстати, у нас почти одинаковые, только да. У нас пигментация такие... хорошая. Да, у меня будет такие темные хорошие. Тона. Потом, вот эта, кстати, тушь, она очень хорошая. Какая, покажи. Вот. Она у меня уже давно, но она очень хорошая. У меня, кстати, да, не такая же была тушь, как у тебя, она тоже была очень хорошая. Но со временем она испортилась у меня. У меня очень много туши. В общем, в принципе, у меня ничего такого особенного. Тут больше такого нету. Тут зеркальце. Ну, конечно, девочки, кстати, смотрите. Это эльф-башня. Это Париж. Башня, это не Париж. Это Париж. Вот я знаю, это Париж. Да, я же модня. Ты хотя бы что-то знаешь? У меня таких 300 есть, понятно. А, и самое главное, что у меня нет ни блокнота, ни тетрадки, но у меня есть две ручки. А у меня есть все. Я не знаю, зачем мне две ручки, но у меня есть две ручки. Короче, ребят, на это неинтересно было смотреть. А, и в общем, у меня там есть еще такая, знаете, юбка. В общем, все Аня, понятно, а что я... А, еще джинсы! В общем, ребят, вы поняли, о чем Аня только... О, господи, голова. Я заходила сегодня в магазин. Ребят, спасите меня от нее. В общем, я думаю, что вам... Там есть такие бусинки, вы не понимаете. Убирайте Аню. Джинсы себе, они такие классные. В общем, всем понятно, что самая красивая здесь буду я. Я на минуточку. Мы. Нет, хотите, девочки, прикол? Знаете что? Мы понакупляли себе косметики, но канцелярию мы себе так и не купили. Да. Ой, подумаешь. Блин, давайте потом соберем самые красивые элитные тетрадки. Да. Ну, в общем, ребята, а мы вас любим, да. А мы вас любим, не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайкосики, ребят. Нажимать на колокольчик. Мы вас любим всем. Пока.